Чтобы угнать автомобиль, злоумышленнику понадобилось меньше минуты. Однако преступление вовремя было замечено владельцем машины, и сообщение об угоне сразу поступило в службу 112. Здравствуйте, поступила информация об угоне автомобиля от улицы Север, дом 14, около палатки. Марка машины «Джили», черный седан, проект номер 375. Так начались учения по отработке действий при поступлении сообщения об угоне автомобиля. По легенде учений, молодой человек совершил хищение на улице Северная. Его действия зафиксировала камера, установленная на одном из ближайших зданий. При помощи видеонаблюдения «Безопасный регион» сотрудники службы 112 отслеживали маршрут следования похищенной машины и докладывали о нем в полицию. Злоумышленник выехал из Парковского микрорайона и направился по улице Ленина на выезд из города в сторону Ликино-Дулево. Преследование осуществлялось только с помощью отслеживания по камерам, которое установлено в службе ЕДДС. В районе вокзала автомобиль был перехвачен госавтоинспекцией, а сам преступник был задержан. Легендированный угон автомобиля – это одно из первых испытаний платформы «Безопасный регион». Всего в рамках данной программы в Орехово-Зуеве введено в эксплуатацию 70 камер в местах массового скопления людей. Планируется установка видеонаблюдения также вблизи городских социальных объектов.